8 вагонов сошли с рельсов в Тюлькобасском районе Туркестанской области. Инцидент произошел сегодня на участке Тюлькобас-Арысь во время прохода поезда по сложному отрезку пути на перегоне Менлибай-Кухтерек. В результате инцидента была повреждена высоковольтная линия электропередачи, из-за чего загорелись шпалы и сухостой. По информации пресс-службы компании «Казахстан Темир Жолы», жертв и пострадавших нет. Для ликвидации аварии со станции Шымкент направлены восстановительные и пожарные поезда. Огонь спасатели ликвидировали, сообщили в МЧС. Сколько времени потребуется для устранения последствий ЧП, не сообщается.